Сейчас мы споем, споем песню о нашем Творце, прославим Его, потому что Он творит чудеса. И хотелось говорить сейчас, он творит многие чудеса, но то, что мы можем видеть постоянно, и хотелось говорить о тех чудесах, которые Он производит в нашей жизни, то есть Он меняет нас. Меняет нас, и это сверхъестественно на самом деле, мы не способны меняться, мы не хотим меняться, но что удивительно, Он не просто оболочку меняет, Он меняет нас изнутри, Он суть меняет, о чем говорил брат Кирилл, про искренность, то есть это исходит из нас, и это реально чудеса. Вот, мы можем быть свидетелями этому миру, являть то, что Он делает в нашей жизни. Спаситель наш.